умоляю вас, спасайте погибающих людей, спасайте погибающую демократию. Они вчера останкина расстреляли более 300 человек. Останкинская площадь вся залита кровью. Это была гибкая демонстрация. Кто меня слышит по телевидению и по радио? Оно под контроль на сегодня ТВ. ТВ под контроль на радио нету. Они ждут. Мы не преступники. Мы защищаем тех, кто нашел спасение в этом зале. В этом здании. Мы не преступники. Поверьте, мы братья. Подпольные. Ваши твои никто не как в трамвайке. Понял. Thank you.
Я на людей смотрю как на навоз. Как на грубую рабочую силу, необходимую для устроения земли. Навоз! Капитализм, счастье,